Алиса, готовы? Пиздец, никто мою шутку не оценил, даже обидно. Это возьмите кто-то коня там с ретриков или хапал. Я первую заберу. Блин, коня будешь нажимать на Крутишь нем. первый у меня стоит, тоже в танке. У нас Это нету ретрика. У нас есть такой блю сама, все, больше никого нет. год третью ебану. Локо, у нас совы нету. А, это сова? Я думала, он кот. Опять багнулся. А, нет. Сели на маунтов и побежали. Давай, охота, ринда и война быстрее. Вот речь и все будет. Все, давай, уебан забит, мы побежали. Ну, блядь, куда? Ладно. Ну, так ты жди война немножко, блядь, не сама вперед хуярина. Эма, жми, Эма, жми. Прожмись, прожмись. Вы залагали, нет? А. Нет. Дай иглю диван по мне. Все, падайте. Остальным еще умереть надо. Ну подойдите там ближе, умереть все равно туда резать, пойду. ВТФ, ты там будешь заходить, ну смотри аккуратно. Если комбат, выходи сразу. Да я подожду всех. Все, заходи. Меня нормально слышно? Нормально. А стой, чё? подожди, не А достанешь чё? до ринда. Дарит, стой. Я встала. А, она встала. Ну ладно, похуй. Ебать. Что, а чё? Да этот заступник у всех стоит тут рядом. Иди, похуй, где он там стоит, блядь, шкаф тыкните. Ринда с умами. Шо, я... Все, фулбар дали? В ДД. Спекайся, пожалуйста, быстрее бафаемся и поехали. На войду на пол. Давайте быстрее. Воины подхили, поехали. Все, пули.
боссы сбежали, все под боссы быстрее. Все под боссы. Все, разбежались раньше на броне. Приготовились. Под босса быстрее, босс. Как ты умер? Блять. Разбежались. ВТФ, дай ему БР и... Не, залезь сразу. Блять. Господи. Встань, пожалуйста, нахуй. Ну? Боже, блядь, сука! Я ж сказал, дай БР нахуй. Нахуя ты эскейп нажимаешь? Вырви нахуй ту клавишу и не пользуйся ей больше нахуй никогда. Сука, ненавижу десятки нахуй. Вам хуй поминусуешь здесь, нахуй. Готовимся сейчас, хуйня это будет. Сбежали с центра быстрее. Не, в череп, 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 череп. Дай сокру. Войд. Прохил. Давай это, ребутнем инст нахуй. В пизду, блять. Бей, бей, похуй. Да какой нахуй ребутнем? В пизду нахуй. Я просто уже идти даже не хочу. Ебал я в рот нахуй. Инвалиды ебаные нахуй. Ну, сука, блядь, вымораживает эта хуйня, нахуй. Пизду, нахуй, падайте. Сидеть, нахуй, вайпаться, блядь, на ебаной хуйне, блядь. Который босс манекен почти, нахуй. Эскейт, блядь, нажимать, нахуй. Как ты вообще сдох, блядь? Ну, хп маловато. Надо саппорт ему выпить, наверное. Что там, зайти и выйти, да? Можно не заходить, выйдите все с места. Блять, пиздец. Ебал я в рот, нахуй, такую хуйню, блять, в пизду, нахуй. Чё обновлять эту залупу, нахуй? Заходите. Он умер, потому что он слишком рано начал подходить. Она шлепнула в миле, он начал подходить, и в него просто стаки полетели. Почти все хп потерял там. Но там один удар молнии его убил. Вообще похуй. Уже похуй. Рыбу хамить и бафать. Мастрес не ждем 4 минуты? Нет.
Ждем, пока мы обысали. Все, вниз пошлите. Охуеть. Господи, блядь. Ну чё ты лежишь, нахуй? Скажи, чё ты лежишь, блядь? Там тут сагрится, нет, что-то хуй пойми. Ты. 3, 2, 1, побежали. Вот слез маунт. Блять, вы, сука, на приколе нахуй? Я на прожимку отдаю. Нахуя эта прожимка в начале, тем более на этом трэш? Вот здесь надо прожиматься, вот на лестнице. Так, что там, диван давать? Или похуй? Уже дали. Сделайте доброе дело, умрите побыстрее. Шкаф так неси. Ринда с ума. Тык. Рыбу хавать. Там вроде, кстати, себе хорошие апнули уже там. Вроде, может, что-то и танчик, да. Под вас убежались. Разбежались, набрали раньше.
Давай, дай сыграю. Тык. Центр сбежались. Ну быстрее, блядь, думайте, на. Разбежались раньше, набрали. Угу, ревностный профиль. Следите. Ну, раните еще танк. Галю бабл массакра. Центр сбежались. Раньше набрали. А, инер поглю, да? Ой, цикра. Тык. Войд. Центр там, сбежались. Там КД было. Ну как от КД шло, я сразу дал. Нет. Ладно. Разбежались. Ну, я пока лучше радак поставлю. Потом разрунимся. Идите, умирайте быстрее, трэш. Ну и хуй-то упало. Стали, зашли у нас на ком-компот, смотрите, выходите заново и заходите. Блядь, вчера за час за прошли это, блядь, сегодня что нахуй будем сидеть тут. Уже сидим, блядь. Аккуратно моба не сагрите только, пожалуйста. Просил. Это я вход и война и ринг. Побежали. А, там кто-то на маунту не сел. Бывает. Сейчас прожимайте на лестнице. Отправляйтесь туда и принесите мне их головы. Диван. По кому-нибудь, кто может резать. Он по присту, например. Дайте хпшку. Войд. Пойду, окей.
Настя, отверни спиной, не тяни время. Зачем ты танчишь? Это там сагруппа, осторожнее. Давай, рейс, и меня рейд сразу. Потом остальных. Я говорю, там комбата нету? Нет, глю нулду нажал ночной. Да, тут настрой стоит нормально. На, тык. Ну, пока дорез, он просто. Ринду с ума не тыкните. Рыбу поставил, кушаем. Тут станки, Настя. Ой, ты будешь танчить форму этого. Ну, обычную, а ты Настя медведя. Как только он медведем становится, сразу танки. До этого спишь. Это в кашт, походу. Дискорд долбят просто сообщение, пока да. Ну, пошли их нахуй. Скажи, блять, у меня зломан. После сундуков будешь отвечать. Все, поехали. Звездочку первую. Этот тотем, как только появляется, сразу убивайте. Этим медведям подъебало. Аккуратно сейчас босса сагрите, блять. Ебать вы танчите, опас. Идол. Идол. Не успели. Следующего нома. Дипы просто так не кидай, пожалуйста. Особенно, когда будем бить, который медведь. Идол. Услышал, Мак? Дип, это твоя глубокая заморозка, если что. Звездочку пахнет. Настя, когда скажу, нажмешь стан. Фордж. Справишься? Жми. Охуенно, блять. А что с ДПСом? Вы бьете вообще его или нет? Такое чувство, что вы просто, блять, не били нахуй, когда я сказал жми, блять. Пиздец. Бейте звезду следующую. Кто-то вылетел, синрицу вылетел, вон видишь его, дверька у тебя нет. Говорю, дип не жми, блять, он нажал дип, ох, красавчик, блять, смакнул. Вайт, готовься стандовать по звезде. Давай, ебаш. Он из диса вылетел. Такие рейды нахуй с вами, блядь, съебало в рот. Я этот второй рейд хуй больше пойду нахуй. Ищите себе статики, еще что хотите делать нахуй. Я не знаю. Все. Человек минус. Может, тело какое есть без КД? Нет, он не танк. Поехали без него, блин. Берсы здесь нет. Так, ты... Я первый начинаю, да? Это... Не бейте нахуй. Крылья нажми. И набирай огром. И не иной. Бейте.
Если зайдет, то будет третий сундук. Если нет, то походу пизна. Там опять мы берса, блять. У нас ДПС, наверное, не хватит. Где чё? Да так-то должно хватить. Не хватает. Маг очень мало дает. Здесь такие обосранные не думаю. Может, вафли Каспи, может, лучше будет. Хотя, ну, наверное, кошка. Надо было на этой хуйне тоже спектр, наверное. Если полтинника не будет, скажешь, каплю дам. Пишет светлую рубль. Нет. Он сказал, зайдет. Сейчас зайдет. Че, капну надо? Блять, как же мы его долго пьем, это пиздец. А, у него берса есть, оказывается. Да. Ебать. Что? Мне показывают, ну, почти 5 минут. 5 минут мы его бьем. А. Охуенно. А чё у меня ДБМ показывает, что... А ты его обновлял? Это старый. А, ну, да. Понял. Я нихуя не обновлял, похуй вообще. Это получается берса через минуту 20, да? Вот все ответы на хлазь.
Там вообще 5, по-моему, дырсы. А тут 7. Дымаешься как-то больше, не знаю. Ну. Минуты осталось. Если и по нём все на. Я ни разу на этой хуйне не вайпался. Походу время пришло, блядь. Припоты жмите, хуй его знает, что-нибудь там будет. Дым длинный. Как пара секунд будет, скажете, баблы прожмем. Сколько там времени? 20 секунд. Да ну нах. Десять. Пять. Две, одна. Дерса. Бабл нажал, добивать. Я хуею нахуй. И лут залупа. Ну, не знаю. Подыхаю. А зачем? Пошли дальше так сразу. Нахуя? Ты чё, блядь? Какое, блядь, дальше нахуй? Мы на джинлайн не пойдем нахуй. Идите умирайте. Лучше рысь нахуй. Лут, конечно, та еще хуета, блядь. Просто пиздец, лютая хуета. Я свечку ставил. Зря, что ты нахуй сегодня ходил. Ну, ёбаный в рот, что ты начинаешь? Да что ты, пиздана? Сейчас кольцо твое выпадет. Чё, все померли? А чё вы сели? Мы можем третий сундук забрать. Пошли, бля, мы, конечно, идем на рысь. Ну да, на рысь. Время дохуя. Чё там, диван или СС будет? Это я тут не знаю, нахуй, как тут лучше пробегать, слышишь? Наверное, лучше с пула прожимку нажать, потому что они сеть кидают один хуй. Вот эти пидоры. Давайте, блядь, куда вы побежали? Сюда идите, нахуй. Вот тут вот, в звезду встаньте, пожалуйста. Часы нагреть, хуйни. Просильтесь, поднимите на фул хп. Сейчас побежим сначала на строу. Танки пьете за СД. Остальные, блядь, похуй. У меня нету, дайте ЗС, да. У кого есть? Давай обмен вещи. А все, мне дал синрицу. Пейте ЗСД, садитесь на маунт. Все, побежали. БТФ, ты... Ну ладно, похуй. Эма, на хостун нажми. Да, на строго, конечно. Блять! Ну ладно, вы сможете меня, по идее, решить. Так, чё, кому-то диван ебануть, да? Я, да. А, ты там вон в воде достанем, наверное, да? Ну, я думаю, да. Диван только дайте кому-нибудь, кто может резать.
Следить своим срезом аккуратно, резь заодно убить. Масрез может на босса оставить. Пускай нас двоих резнет. А, это у других. Же. Он дали, у него дальше радиус действия, чем обычный рез. Настя, дай мне одно ЗСД. На всякий случай, ему. Все, давайте, на стамину промахали, касочки. И вот сюда за звездочкой. ВТФ ты хватаешь, Ринда и Войда. Там аккуратно лестница, не забывайте, конченая. Чтоб в нее не упасть. Давай, Глю, мы тебя ждем быстрее. Отпейся там, блядь, чуть-чуть и все. Все, давайте, ЗСД все выпили. Все выпили ЗСД. Все выпили ЗСД. Сели на маунт. Хотай. Все, вперед, Настя. И вот, еще. Аккуратно, дырявая лестница. Бежим по левой стороне, напоминаю. Эма на коня ставь. Настя, сейчас прожимайся, вот, когда на лестницу поднимешься. Прожимайся. Угу. Все, направо в угол забегаем. Умираем. Рит, если шо встанет, хуй с ним. Угу, я здесь. Ну, не диван, да. А, там нормально. Не, не стоит. Там сирицу, по идее, должен выжить. Там они шаблику. Вот. Ага, пантера осталась тут. В сарае. Пантера, блять, осталась в сарае, нахуй. Синдрицу, умирай тогда. Во, заебись. Шкаф тыкните. Ринда сумань. Настя, здесь ты танчишь рысь. Твоя задача танчить рысь. И стоять под ебалом, делить клиф. Все. Красава. Танки рыбу ставлю пхавать. Ну, здесь я милю хасту не буду уже ставить тогда. Тут больно слишком будет магии. Природа. Все, пошли. Что там друид аккуратно сагрит? Аккуратно сагрите, только без этого трэша, пожалуйста. Ну это, блядь, босс аккуратно там сагрить. Сбоку, нахуй. Чтоб был без трэша. Угу. Сценарийцу подбивай это ему, пожалуйста. Не тебе это хуйня. Рысь, забирай нас. Тотем. Не, вар, бей босса, пускай рога поднимает. Ему быстрее, плюс у него автоатака. Чаще, чем у тебя. Тотем. Только синрицу под ебаном долго не задерживайся, там это... Кливнуть можно. Старайся по-быстрому тут уходить. Тотем.
убила. Клиф? Угу. Бывает, кошку забираю. Кто там? Ты что, ты вот это все падает, да? Угу. Что, какая разница? Третий, любой третий сундук, который закрываешь, не, любой кто. На этот третий сундук, да, с этого кольца. Обычно сюда медведь падает, но... типа, в пизду. Ох, на этого медведя. Сейчас пробнем, блядь, на Дженовае. Что пробнем на Дженовае? Медведя выбить. Да не. Не, время мало. Ну, типа, не то чтобы мало, нам хватит, в принципе, но... Да просто он нахуй не нужен никому, этот медведь. Во-первых, он нахуй никому не нужен, во-вторых, надо было идти сразу на Дженовае, чтобы было время больше. А в-третьих, ну, типа, сука. Сейчас, блядь, 100% кто-то на бомбах умрет. Хорошо бы, если бы один человек. Угу. Кто там? До берсы, кстати, 1.5 минуты. А у меня берса здесь не пишется. Это... До берсы менее минуты. Вот это... Ну, берсон читайте. 45 секунд осталось. Зажралось. Ля! Ля! Сейчас начнется война! Да ну нахуй! Что там, что там? На ловкость. Не, типа, откислать, и я его буду ролить все равно. В смысле? Тебя резко, отстань. Я его буду ролить. Че, подыхай? Ой, блядь. Ты тупо нахуй. Сука, я за ним хожу, но не падает нахуй. Первый раз в луте его увидел. Ванильное кольцо, ебан. Падайте, да? Ну и говно выпало нахуй. Значит, когда я, блядь, хожу нахуй, и оно не падает, вот тут оно выпало. Ладно. Идите покурите, короче. Один хуй на четвертый сундук не пойму. 4 минуты, потом молот разрой. Ты куда Дживса возле ворот? Там у тебя откатышился вроде уже. А вот Джиса не дает. Бафну каски и съебался.
Там розыгрыш на 100 книг для раз. И что они дают? Ну, в смысле, ты можешь любой раз открыть. А, типа мне 100 книг дадут? Да, эльфы бездны, ридары, ночнорожденный, дворф, железо. Ебать. 100 так... книг для открытия союзных раз. Нихуя, а если мне 100 книг дадут, это я чё? ВК. Это ВК. Розыгрыш, если что. А, я 100 персов смогу любую расу прям ебануть. Ну, это эти книги, которые здесь продаются, блядь, в магазине шоповском. Может, это 100 людям, типа, каждому по книге? А там хуй знает, на самом деле. Надо будет смотреть, как оно точно на будет. Одного челика 100 книг дохуя, чё-то... Нет, вот, родословная книга, типа вот, родословная книга получается, ну, которая продается в магазине за репутацию. Я считаю, ты их получаешь 100 штук на 4 раза ровно. Там же по 50 нужно на каждую расу получается. Ой, блин, 25, по 50, блядь, нахуй. Считать разучился. Хотя, подожди, сколько там вообще получается? Я бы хотел, чтобы в нежить все билки всех рас, короче, засунули нахуй. Будет заебись. Хотя тоже, подожди, 100 книг если дадут. Хотя, подожди, а может, кстати, сотки людям будут? Ну, тоже непонятно, слушай. Ну, давайте вообще на ФК разролим эту хуйню. Шо, да потом тебя сомнем, когда добежим уже. Смысл тебе сейчас? Сидишь там? Чтоб шкаф когда не вешать. Ну ладно. Товаров, кажется, товары что-то стул-то надо. Интересно. Дом не сомневай. Ну только все кольцо будет воевать, надо. Зов ему нужен, скорее всего. Кольцо на дух. Кто хочет. А вот это здесь? Ладно. Да, бля, ебаный рот. Да мне один хуйнов. Вот я в бисовые ножки, да? На орду. Всякая поебень, бля. Ну, кстати, эти ножки мог бы и ДЦшник взять, типа разница какая. Статыга. Рейд бисовой кистевая на тебя. Ну вот не это, мне другой нужно. Какое вот это? Давай. Ты хорош там 1.5 линковать? Ты 2.6 давленькой. Ролить. Опять 1.5. Одна и та же хуйня. Ты че, ну вообще такой уебок? Рейд. Да, 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 давай. Сапоги. Глю надо? Интересует? Обмен. Глю, дарю. От чистого сердца. Давай обмен. Кольцо. Так, так, так. На! Войд! Сука! Короче, это, блядь, ну отдавай это, кто там следующий, нахуй. Вон, пускай забирает. Да? Синари... О, спасибо. Синриц, получается. Какой Синриц? Короче, я заявляю официально, я ебала нахуй ваших твинков, блядь, и вторые рейдинга. Так, не то кистевое ты, давай вот не надо мне это. Да другого нет. Там 2.6 было, не пизди, у меня есть скрины. Нету другого. Давай, я кистевое уже. Оно вообще апнет что-то ретрику, это кольцо ебаное. Давай кистевое. Вместо Толгородского, если ебануть его. Ну хорош, давай наверх положи кистевой уже.
Тейтить надо, но по идее, ну, если нету силового, то да, должно лопнуть. За счет крита. Ну, давай. О, спасибо. Костык переложит, блядь. Сука. Да я, блядь, тыщу ПКД, блядь. Полипалом, протопалом тыщу. Да ты за... меня орел обижает. Не дает мне кистевую. Правильно, пусть тебя обижает. Все, остался зуб. Мне синрицу жалко, нахуй. Так у него 2.71 и так, блядь. Я про кольцо говорю. Да ладно, он так сильный, хули ему. Да, я знаю, что СРС какой-то. С ЛКХМ возьмешь. А с РСК что там, меткость хаст, что ли? Не, какой с ЛКХМ, блядь? Это кольцо, нахуй. Ну, с ЛКХМ даже нету такого, понимаешь? Вот это кольцо прямо, оно бис, нахуй, на улице. Лучше не будет, нахуй, до ОКХМ гер, блядь. А, я камень забыл. Ну, сука, не слетал. Это кольцо прям, блядь, считай, на 2 года бис. На мутик. А, мне 2 камня надо, блядь. А вы чё, куда давай пошли? Разъебем мобов этих. Да я... Куда нахуй? Кого вы там разъебете, блядь? Идите сюда, нахуй, тещи. Да не этих там, да блядь. Да вот, пустенько. Просил дать этот... ВТ вход и Ринда и... Да все, побежали. Да, дерево, нахуй. Кто там скулит? Кана, не скули. Что за хуйня? Это по твою душу, Рид. Рид, задонь мне прыгну на ногу. Нихуя себе. Рид, задонь мне 12 осколков, пожалуйста. Бля, задоньте мне работу, а, пожалуйста, я хочу ее. Задоньте мне 15 осколков, и я пойду крутить буду, что я могу жизни радоваться, блядь. А не, говорю, сам резать сам, короче. Без масса рез, у нас рез потом. А, блядь, меня так заебало, блядь. Мне нахуй падает 3, блядь, осколка, нахуй, а Никите, блядь, 7. Охуеть. А ты видишь, сколько там боя было? Нахуй мне это бои, блядь. Я сколько надо. Че раньше тебя шем сверли. А что у вас времени идет? Ты гнить. Мы 3 сундука закрывали и все. Типа, сборная солянка. Солянка на аспирине. Такая гадость, нахуй. Невкусно, пиздец. Блять, сапоги упали, нахуй. Не вырыли. Эдик забрал. Первый раз, кстати, у вас сапоги упали. Падали уже в этом рейсе. Ну, во втором, первом. В основном не падал. Какая падаль? Падаль? Да хуй его, блядь. Давайте, прохиливайтесь, поехали. У тебя голда есть? Рид, так чё там по приги? Так у меня работы нету, серьезно. Да. Какая нахуй по не прига, блядь? Ты ж стример, тебя ж там донатят. Да, конечно, блядь. В последний раз, когда донаты приходили, я все донаты... Всё, ВТФ вход и побежали. С котиком сам отдаю. Всё, 3, 2, 1, побежали. Настя, я даже нажрался, когда последний раз, не помню, блядь. Жми, коня. Хотя меня сегодня уже позвали, говорят, пойдем. Хочешь, пойдем. Зритель с города моего. Подойди тут.
Блять, вот нужен Кана, нахуй, Кана съебался. Давай я тут, что там? Кана, это который в Mortal Kombat такой одноглазый. Ты можешь два камушка купить и в ГБ закинуть? Да, могу. Ты ему за услуги предъяви счет, как бы камни, типа. Да и хрени-то я ему отдам, он там за эти камни. Какие камни? АП-крита. АП-крит, два ги... Не, не, это БКшные, гессенитовские. Они там по 800 годов стоят, что ли? Как он называет? Гибельный гессенит. Два, да? Ну, две штучки, если не трудно. Просто Максон что-то писал, но он что-то шел. 453 каждый. Ну, он даже дешевле старый. Закинь, пожалуйста, ГБ, я заберу. Блин, если бы мне кто-то те жетоны валит, пусть на роб, я бы покрутил бы, блядь, сундучки. Побежали. По центру лестницы. Ринда, прожмись. Спасибо. У тебя ревностного нету, если что. Можно я босса потанчу, пожалуйста, не надо. Кстати, босса и бурс, там все, ой, птичек. Ничего даже говорить не могу. На пул хуёвый, блять. Танки хуёвые. Моб просто сопротивляется нашему агру. Там у них классный баф такой, скорость применения заклинания увеличена на 300%. Маг не знает, что его можно пиздить. Вроде кто-то пиздил. Или диспелил. Я один. Это я один раз поржу. Где ВТФ? Ауру на огонь, пожалуйста. Так. У кого там проблемы, там, блядь, с бомбочками, нахуй, там все дела. Звездочку сбегайте, прям во фрейм забегайте. Чтоб не сдохнуть. Блять, прямо на рыбу поставил, ёбаный, а не нормально. По первому мобу сыграем, я на него поставлю метку. Кто будет подниматься? Че на полмах? За друг другом не стоите, чтобы дыхание не ебашило все. На ринге на пола, на босса питание. Поехали. Макс, встань за танком, блядь. Ну там спереди, нахуй, чтоб не задувало тебя, когда милика дует. По вот этому мобу поехали. Вон, пустая. Все свечи пустые. Аккуратно бомба отходит. Босс больше нет.
Не забывайте диспелить файдам прям максимально диспел. Бомба кара. Мак, аккуратно, блядь. По трэшу сыграли, дай на пол. Блядь. Ясно, блядь. БР, дай быстрее, блядь. БТ. Ребафните паладин. Поднимите его. Минером забьем. По трэшу все быстро. Дали вы. Больше по трэш ДПС. Бомбы аккуратно. Ну блять, ну не, это пиздец, нахуй. Ну, забейте, нахуй. Что это за хуйня вообще? Как вы, блядь. Пейте нахуй сопроты, заебали. Одевайте тринкеты на хп нахуй на своих телах. Я хуй его знаю. Да зачем ты в огненную стену зашел тогда? Я не понимаю, нахуй, это пиздец какой-то. Вы чё, нахуй, блядь, совсем ебанутые или что, нахуй? Ой, блядь. Блядь, ребят, вот мне вообще не в кайф, нахуй, сидеть в этом заломании, нахуй, вайпаться. Вот вообще мне какой кайф, нахуй. Боссы ебаные манекены, нахуй. Причем все, нахуй. Ты уже не первый раз в этом заломане, нахуй. В чем проблема, блядь? Что один, что второй, нахуй. Что тебе не хватает? Пять, четыре, три, два, один.